Потому что были определенные события в том году, наверное, как и у многих, да, которые вот просто где-то надломили. И я вот боролась с депрессией. Я просто осознанно пришла, понимая, что вот если дается такая возможность, это спасательный круг свыше. Ну, а закончилось это тем, что я сейчас тренер, парадокс, по смеху, по йоге смеха, да, вот по утрам, 7 утра мы вот втроем ведем, ну, дальше там еще у нас другие есть интеллект-тренеры, которые ведут там у нас и в 11 часов, и в 9 часов, и позже, вот, то есть все изменилось, ты становишься наполненная радостью, ты становится в ресурсном состоянии. И вот эта вот методика, о которой Инна рассказала, она творит чудеса. Здесь не только в смехе. Да, здесь вот все вот эти вот жемчужины, это, знаете, вот такие ваши бусы, если одну жемчужину убрать, вот уже не будут такими бусы, да, все расползется. И здесь вы все получаете, ответы на ваши вопросы. И когда же у нас один пастырь сказал, что мы здесь служители, и наша методика является ответом на молитвы людей. Представляете, как круто. Именно поэтому здесь благодарны деньги, бизнес законный, все лицензировано. И, конечно, быть вот в такой команде успешных, позитивных людей, это дорогого стоит. И говоря о тех людях, которые уже позже меня, там, благодаря мне узнали об этом, прошли. Знаете, как приятно видеть, что у людей поменялось. Потому что кто-то пришел с запросом здоровья, кто-то пришел с запросом финансы. Кому-то вдруг долги отдают, у кого-то вдруг квартиры продаются. Кто-то начинает, ноги болели, потом начинает танцевать. То есть происходят действительно какие-то волшебства. Поэтому я вам всем рекомендую, да, пройти эту методику. А лучше, конечно, взять лицензию, стать интеллект-партнерами, потому что методика уже входит в лицензию. Вы можете неограниченное количество раз и сами прокачиваться, и в то же время лететь на двух крыльях, духовно и материально, чего я всем желаю. Спасибо. Спасибо, Лариса. Еще поделюсь результатами. Давайте, кто у нас интеллект-тренеры, по несколько слов скажите каждый. И результатами своих... Всем праздного вечера. Добавить к Ларисиным результатам. Ну, поскольку правда вы говорите, что вот и Лариса, и Инна о чем? О том, что все приходят с каким-то запросом, с какой-то болью или с какими-то, ну, что-то, задачи какие-то хочет в своей жизни решить. И вот ко всем результатам, которые у предыдущих девочек, я хочу добавить такой результат. Во-первых, конечно, изменяется вот отношение к жизни, изменяется отношение к ситуациям, изменяешься ты. По здоровью у меня лично, вот я перестала уже несколько месяцев, я не пью таблетки от давления. То есть этого уже нет. И я стала замечать очень часто, что если раньше были какие-то, ну, или конфликтные ситуации, или неприятные ситуации в жизни, для меня это была, ну, практически трагедия. Сейчас этого нет. Я знаю, как выйти из этих ситуаций. Я могу себя контролировать свои чувства, контролировать мысли, работая в этом направлении очень активно и получая результаты. Поэтому добро пожаловать к нам. Я могу поддержать, потому что трансформация Ирины, она проходила на моих глазах. Насколько этот человек поменялась, и насколько у нее сейчас идет и трансформация в жизни, и я понимаю, что эта дорога просто вот вверх, вперед, ракетой. Поэтому, Иришка, за тебя очень рада. Так, у нас здесь еще кто-то. Иван у нас подключился. Привет, привет, замечательные люди. Привет, привет. Я пришел, ну, моя история какая? Меня пригласил друг мой, партнер. У меня запрос на духовное развитие. Вот, я всегда собирал всякие инструменты по кусочку, и шел одинокого, да. Все людям счастье, радость. Но затухал. Вот, почему? Потому что не было такого сообщества, то есть, где люди поддерживают друг друга, да, то есть сообщество это вот здесь, вот, Суперджам. Мне очень повезло, я благодарен, что здесь вот моя ступенька еще будет выше. Я буду краток, у меня сейчас батарейка сядет. Мои такие результаты. Я начал смеяться, когда, да, первый урок
сильно-сильно смеялся. Я с трудом смеяться не мог, я просто орал. Но у меня тошнило, у меня все вылетело, вот тут вышло из груди, потом голова сильно кружилась. Ну, не сильно, потом виски болели. А потом кружилась. А потом у меня просто начал смеяться. Вот так вот. Как соловей. Понимаете, как классно. Вот. А плеваться водой — это вообще шикарно. Это прям супер инструмент. Так что нормально. Благодарю всех. И во благо всем. Во благо ты какую всем сейчас тренировку проходишь, Иван? Какую по счету? Так. Шестая. Какой день? Так, шестой, по-моему, да? Ну, в общем, да, ты еще в процессе, ты еще не все прошел, и тебя еще ждут, знаешь, какие инсайты, потому что это так круто, ты здесь, ты столько получишь откровений, и столько еще будет изменений, и потом будет трансформация, когда ты пройдешь. Конечно, желательно всем пройти не один раз, и у разных тренеров, но ты посмотришь, три это будет... Три раза. Три раза надо пройти. Это учеба. Это дорога длиной в жизни. Да, я когда утром встаю, я всегда начинаю утро с благодарения, то есть открытое сердце, любовь и счастье. То есть здесь, то есть задача у меня такая — открыть сердце. Так, у меня пропал Иван. Видимо, звонок. Ему звонок пришел, ага. Поэтому вырубилась. Это всегда, это нормально. Это норма. Привыкли уже. Да. Проходит, и вы видите, какие, да, восторженные слова. Поэтому, конечно, всем рекомендуем пройти эту методику. Но еще раз говорю, лучше, конечно, взять лицензию. Вы сразу приобретете и профессию, и возможность проходить тренировки. Потому что стоимость тренировок уже входит в лицензию. А у Ивана почему результат такой? Потому что на пятый день практически у всех идут результаты. Вот у меня тоже. Поэтому он такой воодушевленный, его прям уж колбасит он давай. Да, а что будет, когда второй, третий раз он пойдет на третий круг, там такая голова будет, просто нечто. Поэтому, да, что есть, то есть. Так, мои дорогие друзья, если кто-то еще хочет рассказать, говорите, мы вам слово даем. Если нет, то мы с вами закругляемся. Не стесняйтесь.